Все, буду записывать влог, так и знай, Катюнь. Я уже полторы недели в руки камеру не брал. Все подряд, ребят, вот реально, просто все подряд. Будни у меня выдались, ну, прям ударные. В один из дней я от компа во сколько? Полвторого отвалился. Это вот для понимания, почему я влоги не записываю. Блин, господи, что ж у меня на голове творится? Смысле, все прекрасно, вообще красиво. Очень много, надо уже постричься. А короче. Ты хотел, чтобы у тебя 3 волосинки были? Да нет, ну что, будем покупать аккумуляторы? Смотри, какая цена хорошая, 8550. Зачем, мы же уже купили. Ну у нас 2 штуки, может еще 2 взять? Ну на всякий случай, куда-нибудь поедем далеко. У нас 2 штуки, которые мы дополнительно взяли, и 2 штуки, которые были с гупрошками. Ну, всего 4 аккумулятора, а камеры 13, 3 штуки. Ну так, на всякий случай. Хорошая тема, там все равно дороже. Да. Бери. А еще, ну знаете, как утро клево началось? Я такой проснулся, сходил в туалет, пописал, потом посидел за компом, посмотрел курсы валют. Кстати, как вам? Огонь? Курс-то бомба! Обмен просто чумовой, мы с тобой страдать будем в Тае. Но я не унываю, потому что всего 2 недели осталось до поездки, поэтому... Ну ничего, и плюс мы еще сколько долларов наменяли, и я еще даже хочу в Сбер сгонять. Купить баты. Представляете, сейчас в Сбере дешевле покупать баты, чем в Тае. Еще мне очень бесит то, что стробоскоп, блин. Вот это, я поменяю эти лампочки. Вот мне надоело. Честное слово. Так вот, там курс гораздо лучше. А я вообще начал с утра. Так вот, сходил я пописал. Потом посидел за компом, посмотрел курсы валют. Прихожу в кровать, а там Катюшка плачет. Представляете, я ей изменил во сне. И она говорит, ну-ка давай извиняйся. Бабу, говорит, какую-то привел, обнимал, там целовал. И она прям реально плакала. Так ведь было? Да. Козел говорит, вообще ты что, офигел? Ну-ка быстро извиняйся. Ну по факту, блин, кто-то поступает. Даже во сне не имеешь права. Чего у тебя в твоей головушке творится? Скажи мне, пожалуйста, а? Ну вот скажи. Ну что тут головушка, блин? Мне иногда такая фигня снится, я что, это контролирую? Уже 5 раз сказала, ну-ка быстро извиняйся. Ну, по факту. Ага. Угу. А если мне приснится что-то такое, хотя мне ни разу таких снов не было. Мне 2-й раз за 3 года такое приснилось. И чё? Значит, ты об этом думаешь. Да, вроде как не было мысли. Просто ты 24/7 либо со мной, либо в кабинете работаешь, поэтому мысли таких не появляются, слава богу. Ну, я могу тебе изменить только с macOS версии 15.1.1. Ты постоянно это делаешь. Ну да. Короче, да, друзья, на самом деле вообще работаю как Вок с Уолл-стрит, блин, устаю и ничего не записываю. Это очень тяжело, знаете, когда отваливаешься, блин, 8-9 вечера, уже глаза красные, вообще ничего не хочется, лишь бы вот посидеть, тупо отдохнуть. У меня в последнее время, слышь, Катюнь, я когда в кровать ложусь, у меня такое напряжение, знаешь, вот прям как будто все гудит. Ну, прям устаю. Вот. И нам нужно будет еще и график наладить, когда мы туда приедем. Потому что плюс 4 часа, а мы с тобой такие поздние пташки. Ну, и если там посчитать время, это типа мы можем ложиться в 6 утра по тому времени. Слушай, я надеюсь, то, что мы с тобой поступим, как в прошлый раз, когда мы прилетели. Мы с тобой рано вырубились. Мы включили, по-моему, сериал перед да, сном. Да. Но вырубились через 5 минут сериала. Мы не смогли даже смотреть «Воронины» или что мы смотрели. Ну, что-то не, смотрели. Не, мы не «Воронины». «Полицейского». «Полицейский с да, Рублевки». Да, «Полицейского с Рублевки». Ага, пересматриваю. Вот. Мы не смогли даже, говорю, 5 минут вытерпеть. Мы уснули, зато мы проснулись очень рано. Для Пхукета это было буквально, может, часов 7 утра. 8:15, что-то такое было. А, ну или 8:15. Ну, а здесь-то вообще 4 утра. Да. Вот. Поэтому надо проделать, да, надо будет проделать вот эту всю как бы мутатень обязательно. Да? И надо будет, вот ты сейчас сказала про сериала, что-то накачать. А чем мы не сможем там этим пользоваться нашим? Да не, можем. Кинопабом. Просто чтобы не заморачиваться, буквально пару серий, вот когда прилетим сразу, там кнопку Enter нажал и все. Чтобы не заниматься там подключениями, офигеть. Просто открыл, врубил и банюньки. Ну, закачай что-нибудь. Тем более мы с тобой во сколько прилетаем? В 7? Не, или... Не, в 5:40. В 5:40 у нас приземление на Пхукете. Пока доедем, то все, может быть, поедим. В 7 забежим. Ну и постараемся спать лечь. Знаешь, какое у меня сейчас счастье? Какое? Ну, не знаю, пацанам не будет интересно, но девчонки. Короче, у меня закончился мой любимый кондиционер.
закончился он уже, не знаю, недели три. Ну, короче, даже месяц, наверное, я без кондиционера, волосы как солома, отвратительно, я хочу купить новый. Вот. И сегодня, спустя там 3-4 недели, как я без кондиционера, я нашла вот такую маленькую бутылочку с Кавказа. Я ее с собой брала. И там налит этот мой любимый кондиционер. Я сегодня им воспользовалась вообще. Круто! Вот это интересно. Так, ну и давайте традиционно ваши любимые по погодке. Кто-то меня, конечно, ругает. Задолбал ты об этом говорить, но я все равно показываю. Плюс 1 градус. Мне не нравится. Снова. Немного выпал снежок, но ощущение, что очень быстро он растает. Что-то сказать хотела. Забыла. Ну, вообще не про кондиционер. Про погоду? Нет. Про измену во сне? Да нет. Про кофе, который ты не сделал еще. Да сейчас сделаю, я собираюсь, видишь? Да как ты так быстро все забываешь? Пипец. 8 дней, блин. Не знаю, я до того, как про кондиционер начала говорить, у меня какая-то мысль была такая прям нужная, важная. Ну ладно, я потом вспомню, тебе скажу без камеры. Я пошла собираться, а потом кофе сделаю. Ага. По поводу Сбера и обмена батов. Знаешь, что хотел сказать? Помнишь, пару дней назад рассказывал тебе, ну, то, что будем менять? На 100 тысяч рублей в Тае давали 27 400 бат, а в Сбере 29, что-то там то ли 0,67, то ли 7,6. Ага. Выгоднее, да, поэтому закупимся здесь. Ну понятно, что потом у тебя там зарплата будет приходить, придется уже менять, ну, конечно, как есть. Но заранее, да, лучше деньги не в рублях туда везти, а. Хочешь рассказать про вот этот приколдес? То, что у нас в спальне. Режим работы не позднее 00:30, или спи там на диване, или в своей комнатушке. Здесь, кстати, я расстелил, потому что одну ночку, ну, спал отдельно от Катюни. В смысле, мы расстелили, потому что мама приезжала? Не. И мы с тобой здесь спали. А, это да, это да, мама. Да. И я так и оставил, но все равно, да, один раз спал без тебя, потому что мне ты в 6 утра, да, вставала. И знаете, Катюня, она не очень тихая девчонка. В смысле? Я да у тебя будильники, ты 10 раз их оттягиваешь, блин. Я из-за этого просыпаюсь. Нахера 10 будильников? Я никогда не так не делал. Никогда так не. Кстати, в эту ночь, когда ты спал отдельно от меня, я встала с первого будильника, подскочила, знаете почему? Я первый раз в жизни захотела сделать ламинирование ресниц, вот. И записалась на вчера, на утро, на 10 утра, а так это в центре Москвы, а мы не в центре живем, надо вставать рано. Я понимала то, что если я не проснусь утром и пропущу эти ресницы, то в следующий раз я поеду туда уже на автобусе, потому что у меня вчера, ну, сегодня последний день страховки. И мы машину, Шкоду, отвозим, короче, на парковку к маме. И я больше до отлета не смогу на ней ездить. Ты так весело это говоришь. Вчера вот такое лицо было. Блин, я уже скучаю по машине. Может быть, мне 10 кружков еще сделать. Еще среди недели ты говорил, я буду на ней кататься до вообще до победы. Я и ездила по своим делам на машине. Мне безумно обидно. Ой, понимаешь, просто еще 2 недели до вылета. И эти 2 недели у меня съемки будут, и дела какие-то. И с Аней я хотела в центре встретиться. Все это на автобусе. Раньше, как бы, я ездила, ну, без проблем. Но когда ты уже поездил на машине, типа, я не какая-то там привереда, мне там, не знаю, такси подавайте. Ну, просто я привыкла. Ну, все, уже неохота на автобус. Помнишь, я тебе об этом говорил? Ты помнишь, я тебе об этом... С тобой, понимаешь, одной мне неохота, но с тобой хоть на край света, хоть на автобусе, хоть на велосипеде в мороз. На тандеме, в плюс один. Да. Да, я едем. Ну, серьезно, когда вдвоем с удовольствием пошли на остановку, на автобус, на метро, без проблем. Именно одной, но это скучно. А еще там толпа, ты стоишь, блин, эти потные подмышки чужие нюхаешь и думаешь, помогите, меня все зажимают. Ну, тут кто-то подумает, что это каприз, но на полном серьезе, ребят, там автобусы, это жесть полная. Там именно все как здесь у нас, консервные, да, банки, просто 100 человек, и это какой-то типа пазика или азика маленького. Угу. И там реально, иногда вот смотришь, там плечо в окне, ну, то есть вообще в упор. Люди стоят вот так вот все, вот, друг другу, ты даже никуда не отсюда. Мне вообще некомфортно, кто-то скажет, что я гондон, но я вообще не очень люблю общественный транспорт, и даже не помню, когда последний раз на метро, на автобусе ездил. Это я на электробусе один раз в жизни ездил, 2 остановки. Я вообще на электробусе не ездила, по-моему. Слышишь? Ну, я не выпендриваюсь, если что, просто так вот не очень люблю. Я не буду, я свое лицо показываю. Знаю, что тут немножко бардак, да, потому что ты когда обиделась, мне пришлось, так сказать,
исправиться. Вот, и тут не очень, так скажем, прибрано. Вот. Ну, я думаю, вы взрослые, все понимаете. Короче, будем одеваться. Поедем сейчас к мама. Отдадим тачку. Не знаю, может быть, батов чуть-чуть куплю. Ну, там, недалеко от Медведково. И что ты ржешь? Стики надо купить. Что ты фигню всякую рассказываешь? А что фигню? Бытовуха. Ты не про это. Про исправиться. Ну, чё? Взрослые ж люди. Ой, обезьянка, как она любит вот так вот прыгать по мне. Я как игрушка, да? Ты муж. Муж, объелся груш. Давай, ладно, одеваться. Короче. Угу. Давай, сползай. Ну не надо, я так не люблю, когда ты делаешь. Ты же упадешь. Ну смотрите, ну просто. Вот. Как бы он показывает, как есть. Блин, тут грязно! Дай руку. А сама? Ты же не 100-килограммовая. Ну все, блин. Только помылась. Ну что, сама виновата. Классные влоги, когда все показываешь подряд. Надеюсь, вам нравится. Этот дубль уже 11 минут идет. Представляешь, да, Катя? Мне это больше нравится. Ты иногда, у тебя такое настроение, что нужно записать все идеально. Если ты запнулся, все заново. И это так наигранно все выглядит. А ты записывай вот всю фигню. И вот два аккумулятора. Два в камеру. Все. Может, все-таки взять, а? Ты, конечно, сказала, типа, да нафиг. Хочешь, бери. Ну, ты как считаешь? Чтобы запасик был. Я так считаю. Я не знаю. У меня, мне двух вроде как хватало в прошлый раз. У нас же по два было всего. Ну, да? У нас дофига их было. У нас по три на брата было. Да? Да, конечно. Поэтому ты не паришься сейчас. А у тебя будет, ну, условно, представь, ты забыла зарядить, у тебя... Тьфу, блядь. У тебя было в камере, которую ты не зарядила, ты врубаешь, у тебя все село, ты меняешь. Потом целый день снимаешь, и ты прекрасно знаешь, что на целый день тебе не хватит. Это просто как гарантия, запас. Тем более, вот эти аккумуляторы эндуро для 13-й GoPro, они будут и в 14-й, скорее всего, и в 15-й. Ну, бери. Усилия мои. Ты что, хочешь, все мои усилия видели? Это вообще... Катюня такая прикольная, говорит, записывай все как есть, чтобы не идеальные, но там дубли трусы были. Трусы мои лежали, извини меня, трусы свои показывать не планирую. Смотри, какая прикольная тушь для ресниц. Просто дилдон, бля. Они специально, да, наверное, так сделали? Да, там три расцветки, ярко-розовая, золотистая и еще какая-то черная, по-моему. Но она прикольная, мне понравилась. А еще я сделала ламинирование, я об этом уже говорила, у меня есть реснички, так что это уже неинтересно. Короче, давай уже собирайся. Долго ты очень все делаешь. Тебе только реснички осталось? Ну, честно скажи, сколько тебе времени нужно? А то я уже комп погасил. Мне 5 минут. Ой, бля. И потом буду делать фото. Ну, значит, минут 15. Тогда я поехал вперед, мы все равно на разных машинах. Нет, 5 минут. Ну подожди меня, я кофе сделаю, пойдем вдвоем. Может, тебя еще довести до твоей машины? Ну, можно и так. Ага, там идти минуту. Ладно, я тогда уже завожу свой вольешник. Традиционно через приложуху. Только я забыл, где мой телефон. А, вот. Ну, я сам отвлекаюсь своими батареечками всякими, а потом жалуешься. Прикол, у меня телефон сел. А я машину хотел завести. Ну, естественно. Спасибо большое. Это как прикольные рилсы, когда мужик что-то делает, ему женщина в ответ. Правильно, закрой там тумбу. Да, положи кружку на место. Я вообще не знаю, как ты без меня выжил. Если бы не я. То чё бы? Ты бы пил из лужи, как козленок. Ну это опять же рилсы есть, да? Там муж до меня весь там, да, бедный, да, весь, да, там, да, дырявый, блядь. Как бомж. Ну, дырявый имеется в виду одежда. Да. Они то, о чем мы могли подумать. Вот, и Катюшка вот еще добавлю. Это я вот знаю, купили мы в Омане, да, в Дютике, Мак. Классное средство. Все, твои мои труселя тут. Да ладно, блядь, что, никто трусов не видел. Я к тому, что мы когда с тобой в Китай поедем, там будет ну, не поедем, полетим, в смысле. Да, хочу такой. Через же. Китай. Он можно будет купить. Ну, да. 2 года, блин. Ну, срок годности. Или на обратке можно взять. Ну, да. Ты, в принципе, не будешь им пользоваться на Пхукете. Зачем? Пусть, ну, кожа отдыхает. Изредка. Иногда. Я крашусь, когда хочу там видосики пофоткаться, что-то. Бывает такое настроение. Ну, ты возьми его с собой. Конечно, возьму. Как еще?
Ну все. Все, я собираюсь. Давай, давай. Я сейчас заряжу телефон. Он тут уже немножечко приходит в себя. А еще обратите внимание, я в костюмчике Nike, который купил 3 года назад и практически им не пользовался. Но он клевый, мне нравится. Еще главное, у меня спрашивают. Че? Ну, слушай, я так вообще ничего не знаю. У меня есть проблемы. Я вот знаю, что в комнатушке, да, где какой проводок лежит. Когда я выхожу за пределы комнаты, Катя говорит, принеси мне вот это. И все, я, короче, не помню, не знаю. И даже не запоминаю. Да, такой. Все, давай, Катюш, встретимся в Медведково. Посмотри только по навигатору, как быстрее ехать. Ок. Все, мы с Катюшкой разделяемся. Кофеек на месте. GoPro на месте. Ой, как мне нравится садиться в теплую машину, а? Кайф. Так, попки выключаем. Тут уже довольно-таки тепло. Температура +2. Так, и самое главное сейчас телефон зарядить. А то я дома прям побыренькаю его 5% всего. Так, строим навигацию. Смотрим, сколько ехать до Креветкино. Это я так коверкую Медведково. Так, ну давай историю посмотрим. Ой, добрата случайно, бляха-муха. Так, 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 так. Какой интересный контент, да? Андрей, блядь, строит навигатор. 9:01. Ну ладно, поеду по платке. Придется немножко подсократить время. Ну, за это заплатить баблишко. Так, все, в принципе, готов. Сейчас врублю себе музычку или какой-то подкаст. И 09:00 буду ехать. Ты хотела про пароль на Яндексе спросить, и у тебя все авторизовалось? Да, что-то оно само авторизовалось. Ну, я не знаю, не могу сказать. Короче, я думал, ты мне позвонила, потому что посмотрела маршрут, и он говорит, езжай по платке, потому что по бесплатке сильно дольше. По платке 12:12, по бесплатке 09:29. Я по бесплатке поеду. А я по платке. Давай, я не вижу смысла за 15 минут тебе платить 500 рублей. Ну, по факту я быстрее, да, еду по платке, честно. Ну, это понятно, но смысл за 15 минут? Не за 15, у меня другие данные были. У меня 08:00, 09:00 рисовал. А у тебя почему-то 12. Mm-hmm. Ну, короче, ничего страшного, если что, я тебя подожду, ладно? Угу, да, давай. Давай, сильно не гони, вот. Будь аккуратней. Люблю, целую. Угу, давай, я тебя люблю. Алло. Привет, Китянский. Ну, сколько тебе ехать? А тебе? 14 минут. 32. Ага, понятно. Ну ничего, мы подождем. Я сейчас маме позвонил, сказал, что. Ну, она 15 мне минут разница. Ну и что, зато там так быстро, классно и не стоял нигде. Мне понравилось. Сейчас прикольно. Слышишь, Катюнь, я еду практически 130, ну, у меня этот круиз выставлен. И наравне рядом со мной ехал грузовичок Почты России. Я думаю, нихера себе ты несешься, блин, практически с моей скоростью. При этом, блин, посылки доходят, ну. С такой скоростью. Ты же говорил, что это уже стереотип, что типа почта уже нормально работает, не? Ну, твое письмо-уведомление сколько идет? По Москве, блядь. 2 недели уже? В сухом остатке. Я тогда во двор заезжаю, и мы тебя подождем, ты тачку на прикол ставишь, и поедем, ну там, поедим, поразвлекаемся. Вот это прикол. Че? Ну, ты говоришь, тачку на прикол. Я говорю, вот это прикол. Да, я понял. Да. Сначала не сообразил. Ну, видишь, у нас это семейно, не одна я тут, понял. Ничего себе, ты мне на камеру тут высказываешь, я же это все записываю, ты че, мать? Я у тебя такая, без камеры... Сегодня дома мне что-то говоришь, я не сразу поняла это. Ну, вот ты обычно, ты всегда так, ты ничего не понимаешь, до тебя сразу не доходит. Я говорю, у нас это семейное. У тебя просто шутка... Что я, что ты? У тебя шутка просто не очень смешная была, поэтому... Ну, как бы надо подтянуть, я считаю. Знаешь, как это обидно звучит вообще? Очень обидно. Безумно обидно. Сейчас развернусь и поеду кататься. Ну, то есть вечером мне опять придется извиняться, да? Хотелось бы. Ладно, извинюсь. То, что будет есть?
Я в грузинскую хочу. Хинкали, хачапури, лимонадик. Ты, Людмила Николаевна, что? И я. Катюнь, определилась? Я кофе выпила со сливками, что-то вообще есть. Ну, потому что резко сахара нахваталось. Есть. Надо покушать, Катюнь, конечно. Тебе, тем более, вечером силы нужны будут. Мы подождем, а ты сходишь, что-нибудь другое закажешь. Конечно, если что, мы тебя подождем. Удачно, я встал сейчас на городскую парковку рядом с ТЦ. 40 рублей в час. Нормально, потому что внутри там, ну, тяжело пробраться. Ты пока доберешься до этой парковки, блин, я не знаю, минут 10 пройдет. Ну, во-первых, там шлагбаум пока ждать. Да, все, ну, там все, конечно, тупят. Это вообще неудобно. Карточку возьмут все. Неудобно, блин. Что ты думаешь? Я обратно выезжать. Либо теремок, либо плов. А, плов, кстати, норм. Теремок мы недавно ели. Да, я считаю, надо что-то более легкое. Плов, если ей нравится, надо взять. Ну, она, видишь, еще насчет теремка думает. Давай пройдем. Они все равно все поворачивают. Идем, идем. Ну и вот так вот стоишь и ждешь. Бля, это так неудобно. Сволочи, все ТЦ теперь, бля, платные. Ну, в плане парковки. А ты хочешь Миди взять? Они легенькие, тебе не будет тяжело. Конечно. С хлебушком вкусненьким. С хлебушком, да. Конечно. Такая тяжелая, как бы, если, ну, легкая. Угу. Конечно, равно... Катюнь, ну а как? Ярко светит. А мне не нужно согласие. Не нужно, я в общественном месте снимаю. Мне не нужно ваше согласие. Себя снимаю. Очень голодный. Сколько у нас время-то сейчас? 16:47. Еще ни крошечки не съел, понимаете, девчонки? Голодный капец. Завтрак, обед, ужин. Да вообще, конечно. Ну что, молча завидуем, Людмила Николаевна, нашей Катюне. Я потом. Можно картошечку взять? А нам, Людмила Николаевна, минут 25 ждать. Ну, вот это тоже картошку сожру. Конечно. Но она неплохая здесь. Хоть какая-то еда попала, да? Ну что, так тяжело, конечно, своими с местами. В субботу народу пипец. Пересолили? Нет. Тоже? Просто соль. Да, соли добавили много. Как вы прокомментируете? Безобразие. Я буду жаловаться, да? Нет, я не буду, Кать, пусть жалуется. Как ты будешь жаловаться? АСМР будешь снимать? Вкусно! Ура! Приятного аппетита! Приятного! Да руками ешь, что ты? Она горячая! Ну что, терпи, вкусно же! А Катюнчик у нас уже все слопал? Вот я отрезала, а потом руками. Тяжело с вами в магазин ходить, Катюнь. Понимаешь? Вот ты берешь себе вот эту короткую, блин, кофтейку. Вот нафиг она тебе нужна? Бери мою, я тебе серьезно говорю. Ну, хоть... Ты что не снимаешь? Я труселя показываю на камеру, блин. Так это ж не твои. Какая разница-то? Ну, я тебе показываю, блин, кружевные труселя. Я говорю, нравится? И ты это снимаешь. Ты вообще нормальный? Ну... Я ж не прошу их надевать. Катюнь, на полном серьезе. Ой, у меня вот такие. Ты как будто игнорируешь мой вопрос на вопрос. Я не хочу на камеру отвечать. Я не работаю на камеру. Просто померю, вдруг сильно понравится. Ну ладно, хорошо, меряй. Хорошо, но я тебе все равно рекомендую свою найковскую тайну. Я на свои заработанные ее куплю. Да не из-за этого, мне что, думаешь, денег жалко? Да знаю я про твою тайдайку. Классная, согласна. Она просто маленькая, легенькая, тоненькая. Тебе будет удобно. Рукава тебе разрешу заказать. Хорошо, я не буду брать это на Пхукет. Но если мне она нравится, я сейчас померю, если она мне подойдет. Если я просто хочу, чтобы она у меня была в гардеробе. Ну хорошо, иди мери. Померю. Если не понравится, не буду. Давай, подожди, сейчас я смотрю тут всякие штучки. Трусы я показываю на камеру. Видишь ты, блин? Ничего такого. Зашел в магазин. Хрень. Нет, не сексуальный. Ну, правда, не сексуальный. Хорошо, сейчас тебе покажу сексуальный. Давай. У-ля-ля. Не, ну это вообще жесть полная, конечно. А вот такое, как? Ну, тоже жесть. Тоже. Не мой фасончик. Ну, слава богу. Вот, примерочная. Иди.
класс? Детские. Такая малышочка. О, шапка. Прикольно? Обалденно. Ты все равно потом выползи, покажи, как это все сидит. Вдруг я не прав, Катюнь? Такое же может быть? Такое бывает. Постоянно, час. Да? Постоянно еще скажи. Практически. Ты посмотри на нее, а? Ты посмотри. Я ему это на. Хочешь это на? Катюнь, ну в целом ты сегодня какой-то, как это, азверин съела. Я? Угу. Это ты озверин? Дерзкая такая. Ничего, дом накажу тебя. Кидается тут еще вещами. Ну все, я тогда жду, покажешь потом. А что там, Людмила Николаевна? Самый маленький бери. В смысле, а вдруг я оверсайз хочу? Тогда мою возьмешь. А если я хочу короткую оверсайз? У тебя есть такие покупки? Нет, такие я не ношу. К счастью. Ну, мне что-то не то. Мне то. Я сейчас померю на два размера побольше, посмотрим, но вот это что-то не то. Катюнь, чего? Самую большую сразу меряю, все не надо. Самую большую. Людмила Николаевна, иди к нам. Мне что-то не то, не знаю. И мне не то. Все я до этого меньше то. Размер мерила, сейчас больше. Нет, мне не она, нравится. Нет, она какая-то отстойная. Какая-то внизу со сборочками не очень. Нет, не очень. Ты себе носочки взяла? А истерик? Себе, да. Истерик-то сколько было. Видишь, мне просто не подошло. Произошел зыринг в магазине и примеринг. Что за носочки вы выбрали? Подержи. А, ладно. Давай подержу. Ладно. Давай подержу. Да не надо. На камеру стесняешься. А? А ты что? А, откуда я видела? Тёмику хочешь посмотреть? А? Или себе? Мой рост. Да нет, я Тёмику, тут детская. Слышал? Китайское уебищное что-то там он сказал. Я наоборот хотел восторгнуться, то что прикольный дизайн сделал. И мимо чувак прошел. Людмила Николаевна в свой рай попала, да? Филиппос тоже. Ну, здесь просто смотрите, тут одна буква стерта, наверное, фикус. Бенгальский, да. Прикольно. Подарить тебе такой? Нет. Ма, ну кого мы обманываем? Завтра скажешь, нет, поехали купим. Посмотри, какое закрученное. Да, выглядит неплохо. И вот это, я такого не видела. 4700 стоит. Вот это? Да, на горошек похоже. Да. Все, мы выбежали из ТЦ. Довольно-таки быстро мы там. Я думал, что гораздо дольше. А так, ну, считай, Вайкой забежали, поели. Марк Формель. Я матери носок купил, да, подарок. Угу. Хороший сын, да? Да, вообще. Абул одел по полной программе. Мы шутим, если что. Вот, и выползли. Сейчас заезжаем во вкусную точку, возьмем кофеечек, потом на Лукойл, я заправлюсь. Угу. Возьму себе волчок из холодильничка. Это напиточек тут, помнишь, да, газированный, вкусный. Хочешь волчок, хочешь лисичку. Да, да. И заправиться на ежика. Что там есть? Только волчок. Вот, так что вот так вот. Катюшка тут вот сидит довольная, счастливая, там что-то проверяет все QR-коды, да, свои? Какие QR-коды? Я просто пирожок хочу. Какой? Ну я вот смотрю, тут есть вишнёвый, ну, классика, а есть клубника малина, которую в прошлый раз мы ели, там две половинки. Ну, какой? Мне кажется, самый вкусный это вишнёвый, он такой, это кисленький. Ну, а давай его. Вишнёвый? Ага. Не, ну смотрите, ну мне кажется, он самый вкусненький. Тебе тоже, что ли? Не-не-не, я не хочу, мне только кофеёк. Не свети меня, мне на допросе же. Ну как есть, такой фонарь, извините меня. Приехали на Студёный, сейчас Катюня будет прощаться с машинкой. Ну не навсегда. Прощание славянки врубить? Не? Людмила Николаевна, заводи на телефоне прощание славянки, потому что там сейчас, видишь, происходит что. Прощание?
Ну давай, забирай вещи и погнали. Как, нормально время провели? Нормально. Потусили так? Ну да. Сейчас полежишь, посмотришь ютубчик. Угу. Ты знаешь, что... Чё? Не, он же на спирте, там, блядь, 70%. Ой, такой вонючий, пипец. Что ты хотел сказать? А, то, что я тебе дал, при помощи чего ты смотришь YouTube, уже об этом даже разговаривать нельзя. Нельзя. Да, знаешь, да? Удалять. Читала? Читала, да. Вот это что такое? Это зарядка от батареек для Соньки твоей. Андрюш. Да-да-да. А еще ты читал, что блогерам всем нужно регистрироваться? Ну, это если у тебя больше 10 тысяч подписчиков. Мне, по идее, тоже надо. Но у тебя зарегистрировать, да, чтобы меня в реестр внесли. Да. Благонадежно. Да, да. Кто бы мог подумать, что вообще такая история будет, да? Вообще. Развиваться так все будет. Не говори. Стремительно. Да, все оставляй. Ну, вы поняли, ребят. Катя просто разбирает вещи, которые лежат в машине. Сейчас еще немножко постоим, покурим и поедем уже в сторону дома. Катюньке надо фоточки доделать. Она на КС-ку, что ли, поиграю? Не знаю, еще не решил. Ну что, в целом все собрала? Нет. Багажник, по-моему, пустой. Ну так относительно. Давай, давай. Блин, вся грязная. Смешно. Видишь, как страдает? Вы бы видели Катюхино лицо. Да все нормально, чё ты? Ну давай не поедем на Пхукет. Ой, господи, тут мусор сколько. Давай, ма. Оп. Чё еще выкинуть? Ничего, все. Андрюш, здесь нет твоих очков, поэтому если... Наверное, они в Ольге. Торжественное вручение ключей. Я просто закрываю, у меня тут прокладки лежат, чтобы на камеру не попадать. Ой, ну господи, люди, конечно, прокладок не видели. В магазине меня отругало, говорит, мимо трусов я хожу и снимаю. Но как будто на ней. Я ему показываю кружевные трусы, говорю, ну как тебе нравится? Я не знала, что он снимает. Ну так, такие разговоры, ну как-то на камеру. Не надевала же, ну что такое? Ну, да не буду это вырезать, что делать мне нечего. Ну как вам наша бытовуха? Надеюсь, нравится. Ну и кто там ломится в дверь? А? Показывай. Чё купила? Я такая радая. Ну. Так, ну, трусишки показывать не буду. Ну, естественно. Их сразу убираю. Вот, ну а здесь кофточка. Нет, вот кофточка. Ну, ты покажешь или штанишки так мне просто. И еще штанишки. Ну, а ты бои штаны взяла? Да. И те, и те. Они очень дешевые, кстати. Да. Мне понравились и те, и те. Там разный материал. Короче, сейчас все объясню. Тебе это не интересно, я знаю, но я сейчас все объясню. Да просто по бырику покажи, да и все. Так. Можно не надевать. Хорошо, не буду. Вот такая вот кофточка. Правда, не знаю, куда положить. На стол. Тяжело понять, что это за кофточка, ее вывернуть надо. Ой, у меня сейчас пленка кончится, если это все будет так долго. Ну все, не получается. Ну просто кофта какая-то. Она очень красивая, мне она так нравится. Надо фонарик включить, чтобы посветлее было. Что-то не включается. Прикинь. Все, разрядился. А, во, все, врубился. Так, ну что? На рукава. Не, давай быстрее, ну правда, столько ну, ждать. Ну если ты хочешь, чтобы показывала, то подожди. Я ж не могу так быстро. Вот такая она вся сжатая, вот такая, с рукавами. Ну, такая она мягенькая, такая красивая. Мне она очень понравилась. Тебе как? Я тебе да, фотки скидывала. Ну, типа только по фоткам видно, ну, вживую бы посмотреть. Так, одни штанишки, они такого же материала, как... Ну нет, материал другой, но похоже по... Внешне похож на тот материал, как рубашка у меня. Угу. Вот такие штанишки. Жопа будет видна. Да, она будет просвечиваться, просто смотри. И жопа, и трусы. Ну ты как? Ну нижнее белье нужно бежевое сюда. Или белое. Но белое будет прям видно, что там. Да бежевое. Но все равно будет просвечиваться. Ну ладно, блин, там и в купальниках ходят, а у меня хоть штаны что-то прикрывают.
Так, и вторые штанишки точно такие же просвечивающиеся, но тут совершенно другой материал. Вот. Я так удивилась вообще, что на ВБ можно найти что-то на мою талию. Посмотри. А сколько ты потратила-то в итоге на все? 3 300. Немного. Да. Ну и трусишки, да, там получается? Да, на трусишки 2 штанов и кофточку. 3 300. Ну такой у нас денек. Что, понравился влог вам? Мне только не понравилось. У меня же рубашка есть. А, она в рюкзаке. Да потом. Короче, сверху эту рубашку, сюда эти штанишки. И получается, что я иногда смогу закрываться от солнца, чтобы первые дни не обгореть. А то в прошлый раз у меня кожа слезала. Надо просто мазаться, а не штаны покупать. Да я буду и мазаться, и штанишками прикрываться, и рубашкой. Вообще такая красота. Ну что для счастья надо? Давай, закрывай камеру. Все, я буду заканчивать это безобразие. Пока.